Друзья, всем привет! Меня зовут Димон. Тема у нас хоккейная. Хотелось немножко поговорить про... Запустили мы с прошлого сезона хоккейную лигу, ледяная хоккейная лига ЛХЛ. Если у кого-то есть вопросы, пробуем видеообращение, чтобы было понятно, транслировать на канал YouTube. И получается немножко разъяснение сейчас дать. В этом сезоне у нас 4 команды в дивизионе С уже заявлено. Если кому-то интересно, у нас открыты драфтовые окна. Можно добавляться командам, то бишь командам, которые играют в составы, можно добавиться. Без ограничения до 1 марта можно добавиться, то есть драфтовые окна открыты. Но о приеме в состав решают команды. Вот. Дальше получается у нас... вопросы по лиге. То есть представителями лиги было собрание у нас коротенькое, и мы решили, что в этом сезоне, хоть у нас сезон 16 октября уже начался, сегодня у нас 18, тренировка, 20 у нас вторая игра, мы открываем драфтовое окно еще для одной команды, это как минимум, ну будет две, будет две. Но я думаю, больше двух не будет. Если кто-то боится, открываю на вопросы. Мы команду ждем, готовы, турнир уже начинается, мы это показываем второй сезон, то бишь оснащение турнира, мы работаем над этим, все вопросы будут решаться, включая видео, статистика, все у нас как в большом хоккее, только в нашем городе. Команды, которые нас ждут, представители, они знают, к кому я обращаюсь, поэтому... До 28 числа, ребят, я жду от вас приложение 1, это заявка на турнир, заполненная игроками. В дивизион С, повторюсь, можно только добавляться игрокам, которые любители, легионеры, однако же могут заявиться в состав проекта Фури, команда Фури, я сам там в нем играю. И также присоединиться к турниру, потому что до 1 марта драфтовые окна открыты, игроки могут дозаявляться в любую команду, которая играет в лиге. Плюс еще более сильные игроки на перспективу, то бишь, закончу, извиняюсь, до 28 числа октября можно подать заявку на участие пятой команды, либо пятой и шестой, там, я не знаю, может быть, кто-то проснется. Команды сборные, не надо цепляться, мы не цепляемся ни по возрасту, ничего, только уровень игрока. Легионерам, спортшкольникам или индивидуально сильные игроки могут играть только в команде, в которой играю я, в команде Фури, в которой тоже драфт открыт до марта месяца. После марта месяца там будет, наверное, 3 круга, там уже дозаявляться нельзя, это как стадия плей-офф, но это мы решили тоже. Вот, так что ждем ваши заявки. И что касается по в этом сезоне, есть договоренности, мы планируем запустить еще стадию плей-офф, я думаю, не будет больше двух команд. Дивизион А, это без ограничений по уровню подготовки игроков. Мы готовы, то бишь команда сборная авангарда, грубо говоря, авангард, сборка ЛХЛ, кто участвует, ребята, молодежь, там, пятый год, четвертый, шестой, седьмой год, спортшкольники, они готовы. Мы, в принципе, я могу сказать, что мы команду соберем, мы ждем соперника, любого, без разницы, с любого города вообще все равно, и готовы провести в формате... до 4 или до 5 побед. Ну, можно остановиться на 5 победах. Максимальное количество игр будет 9. И получается, что это будет где-то, наверное, после Нового года. Если заявится больше команд, мы, в принципе, 3-4 команды спокойно сыграем в формате плей-офф. Ну, то есть уже игры на вылет будут до 3 побед и финалы там тоже до 3 побед. Мы это спокойно в рамках там 15 игр, грубо говоря, 20 мы можем это сыграть. Договоренности по льду есть. По каким-то другим вопросам, друзья, звоните, пишите. Очень удивляет, что нет вопросов. Знаю, что много народу хочет играть. Приглашаем в нашу лигу всех желающих. Повторюсь, что на данный момент я знаю, что у 3 команд есть потребность минимум. Это минимум где-то, наверное, по 1,5-2 пятерки. У меня в Фуриях, где я играю, мы 3 пятерки можем принять легко, ребят. Сезон длинный. В этом сезоне 30 плюс игр. Это 100% будет в дивизионе С. Поэтому смотрите сами, кто не хочет
хочет, как говорится, поиграть в хоккей, то мы приглашаем и ждем. Поэтому здесь, в данном случае, звоните, пишите. То есть, прикреплены будут телефоны, ссылки. Опять же, повторюсь, мы канал завели на YouTube. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы. Будут там и по экипировке, поможем, чем сможем. Поставками мы занимаемся, со всеми мы работаем, где-то с официалами, где-то нет. Плюс сейчас в этом сезоне уже начинаем на индивидуальных условиях, можно даже прийти к нам на тренировку и что-то померить, что-то покататься даже, то есть, но размеры ограничены пока, но мы двигаемся в этом, сотрудничаем с ребятами, поэтому, как говорится, всех обнял, покружил, до встречи на льду, топим за хоккей.